Израиль заявил о высылке турецкого консула из Иерусалима. Турецкому дипломату было предложено вернуться из Иерусалима в Турцию на некоторый период времени для проведения консультаций. Израиль принял решение о высылке турецкого консула в Иерусалиме. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Израиля во вторник, 15 мая, сообщает Reuters. По словам представителя МИД Израиля, турецкому дипломату было предложено вернуться в Турцию на некоторый период времени для проведения консультаций. Как сообщается, до этого с аналогичной формулировкой власти Турции выслали из страны посла Израиля. Ему также было предложено на некоторое время провести консультации со своим руководством. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее выступил с критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в поддержке движения «Хамас». Напомним, кризис в отношениях Израиля и США с мусульманскими странами был вызван решением Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Официальный перенос представительства США в Иерусалим состоялся 14 мая. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.